Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Эрдоган на переговорах с Пашиняном заявил, что страны добились значительных успехов в нормализации отношений без выдвижения предварительных условий, и диалог будет продолжен. В ходе встречи обсуждались вопросы нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также мирные процессы между Арменией и Азербайджаном. По словам Эрдогана, Турция активно поддерживает установление прочного мира между Ереваном и Баку и налаживание дружеских отношений в новой исторической эпохе. Также сообщается, что Эрдоган подарил Пашиняну книгу собственного авторства под названием «Возможен более справедливый мир». Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе обсуждение мирного договора с Азербайджаном. Пашинян отметил, что в Конституции Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, но армянская сторона не делает это темой переговоров, поскольку в согласованном тексте мирного договора есть положение, согласно которому ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство как оправдание невыполнения положений данного международного договора. Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян заявил о наличии у Еревана политической воли для подписания мирного договора с Баку. В настоящий момент существует реальная возможность для заключения мирного договора, для реализации которой необходима политическая воля, о чем Армения четко заявила, сказал Мирзоян в беседе с германским коллегой Аналеной Бербек на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В контексте ситуации с безопасностью на Южном Кавказе Мирзоян и Бербек обменялись мнениями вокруг последних развитий в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян анонсировала трехстороннюю встречу Мирзоян-Блинкен-Байрама в Нью-Йорке. 26 сентября в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, сообщила Бадалян в соцсетях. Спикер парламента Армении Ален Симоньян и спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова проведут на полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза в октябре в Женеве двустороннюю встречу, чтобы обсудить мирные усилия в регионе, заявил пресс-секретарь Межпарламентского союза. Двусторонняя встреча спикеров парламентов Армении и Азербайджана в третий раз состоится на полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве с 13 по 17 октября. Точная дата этой встречи пока неизвестна. Их встреча призвана привнести элемент парламентской дипломатии в мирные усилия в регионе. Министр обороны Кипра Василис Палмас предложил расширить формат совместных учений с Арменией и сделать акцент на обмене технологиями в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом он сказал в Ереване на брифинге с армянским коллегой. Он отметил, что военное сотрудничество Армении и Кипра включает широкий спектр мероприятий, в том числе совместные учения, взаимные визиты военных и оборонные закупки. Кандидат президента США Камала Харрис заявила о поддержке Армении и праве арцахцев вернуться на родину. «Я остаюсь приверженной прочному миру между Арменией и ее соседями, который уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность. Право армян, перемещенных из Нагорного Карабаха, на безопасное возвращение в свои дома имеет жизненно важное значение для восстановления достоинства армянского народа и стабильности в регионе», говорится в ее послании. Администрация президента США Джо Байдена отменила приглашение грузинской делегации во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе на традиционный прием в Нью-Йорке 25 сентября. Кроме того, администрация отказалась от всех запланированных встреч с грузинской делегацией, включая переговоры с Кобахидзе. В администрации США решение объяснили недавними заявлениями грузинского правительства, которые свидетельствуют о явном неуважении к демократическим принципам и воле грузинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что война должна быть завершена, а не заморожена, отметив, что Россию можно только принудить к миру. Украинский президент снова заявил, что война может закончиться только на основе предложенной им формулы мира. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что пока украинцы сопротивляются российской агрессии, ЕС будет их поддерживать, независимо от того, что будут делать США. Таким образом, он ответил на вопрос о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом и его планы завершить войну. «Трамп на данный момент просто кандидат. Я подожду, пока он снова будет сидеть в Белом доме, чтобы рассмотреть его предложение», — сказал Боррель.